В республике открылись сезонные садовые маршруты. Теперь дополнительно действуют 31 пригородный и 5 городских рейсов. Транспортную логистику в связи с закрытием привокзальной станции столицы республики обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Основные пункты отправления маршрутов – пригородный автовокзал вместо автостанции привокзальной, диспетчерско-кассовый пункт в переулке Бабушкина и остановочный павильон «Роща». По всем 34 муниципальным маршрутам, в том числе садовым, ранее работающим с автостанции «Новосельская», с 1 мая текущего года организована начальная остановка и конечная остановка «Роща». В Канашском районе добавили 4 новых рейса. На большинстве садовых маршрутов появилась возможность оплачивать проезд картой ЕТК. В майские праздники дачные маршруты самые востребованные. Что касается весеннего сева, то здесь предстоит большая работа. Объемы весенних сельскохозяйственных работ в этом году увеличиваются с учетом гибели озимых культур почти на 50 тысяч гектаров. Соответственно, пересев осуществляется. И с учетом наступившихся теплых дней, соответственно, и теплолюбивые культуры начали сеять. Наибольшая площадь гибели посевов зафиксирована в Яльчихском, Алатырском и Порецком районах. Если семеномировых культур сельхозпроизводители обеспечены за счет страхового фонда, то на проведение комплекса работ по пересеву погибших культур, сюда входит обработка почвы, проведение комплекса работ по посеву, на пересеву погибших культур, обработка почвы, внесение минеральных удобрений, дополнительные затраты могут составить 150 миллионов рублей. Если считать семенами, то от 240 мы считаем до 720 миллионов рублей. Яровой сев в этом году планируется провести почти на 360 тысяч гектаров. Это на 15,5% больше, чем в прошлом году. К севу приступили в середине апреля. Благодаря хорошей подготовке темпы значительно опережают прошлогодние показатели. Но из-за пересева озимых продолжительность посевной увеличится на 5-6 дней. Закончить ее планируют на этой неделе. Система GPS и другие коммуникации позволяют нас сегодняшний день без больших огрехов, без больших потерь проводить все сельскохозяйственные работы. Глава Чувашии поручил организовать переброску освободившейся техники из хозяйств, завершившихся, в хозяйства, где ее не хватает. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.